Сегодня утром на блокпосту в нижней части арцахского города Шуши произошло происшествие, где брат Мартика Еремяна, убитого на этом участке 8 ноября, подъехал к азербайджанским военнослужащим на такси и бросил в них гранату. МСРФ задержали героя, который взорвал азербайджанский пост, отомстив за брата. Азербайджанские СМИ сообщают, что как минимум один из азербайджанских оккупантов получил ранение при взрыве гранаты, но жизни его ничего не угрожает.